Итак, топик открыт. Гостевой Николай Костромитин, член Российского союза писателей, поэт, режиссер, продюсер проекта «Стихи и рок-баллады» и много еще кто. У меня в студии, микрофончик включаю. Николай, добрый день. Добрый день, уважаемый Андрей. Добрый день, уважаемые дамы и господа, слушатели радиостанции «Свое радио». Круто. Мы сегодня будем говорить, друзья, и об общем, и о частном, о культуре вообще, о поэзии в частности. Услышим стихи, личные стихи Николая, часть из которых он написал, как он сказал мне перед эфиром, прямо сегодня ночью. Поскольку волновался перед этим самым эфиром, я его уговаривал в том, что волноваться совершенно не нужно. Это абсолютно нормальный разговор, только в котором участвует определенное количество тысяч человек, которые могут переживать, задавать вопросы, писать комментарии. Друзья, помимо паблика «Свое радио» ВКонтакте, естественно, вы можете писать комментарии, вопросы Николаю на сайте своерадио.фм. СМС-портал для вас открыт и работает. 4647, слово «Свои», далее пробел, далее ваше сообщение, комментарии, эмоции, все что угодно. Итак, начинаем наш разговор. Ну, во-первых, спасибо, что пришли, Николай. Вас с наступающим, естественно, Днем защитника Отечества. Мы выяснили до эфира, что оба защищали Отечество, немножко в разное время, но тем не менее оба. И разница между нами в этом плане составило то, что вы защищали его на 30 дней дольше, чем я, 730 дней. Я бы начал с общего. Представим, что мы сейчас говорим с вами не как с поэтом на некоторые 10 минут, а именно как с членом Российского союза писателей, с деятелем культуры. Вот в вашем восприятии, в вашем понимании, та ситуация общая, я имею в виду политико-экономическую, в том числе и социальную ситуацию, которую мы переживаем сегодня, которую многие эксперты именуют забитым уже до отказа словом «кризис», имеет ли она какое-то влияние на культуру, если брать как выражение культуры, литературу, не знаю, живопись, скульптуру, поэзию, кинематограф, театр, есть ли какое-то влияние и носит ли оно какой-то негативный оттенок или оно вполне такое себе нормальное рабочее? Ну, во-первых, уважаемый Андрей, я благодарю вас за то, что вы пригласили меня в прямой эфир радиостанции «Свое радио». Большое спасибо вам и большое спасибо генеральному директору проекта «Свое радио», великолепному радиожурналисту Семену Чайке. Честно говоря, я всегда подсматривал за Семеном Чайкой, как он работает с микрофоном, как он работает в студии, и всегда учился у Семена Чайки. Не поверите, я тоже. До сих пор, хотя мы вместе работали на другой радиостанции много лет назад, но тем не менее, я считаю, что у Семена есть чему поучиться, и, собственно, делать это приятно и интересно. Но давайте все-таки к вопросу вернемся. Культура – это составная часть жизни нашего российского общества. И, как писал Карл Маркс, извините, классик философии, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нельзя. И культура – это составная часть повседневной жизни миллиона российских граждан. Я хотел бы обратить внимание, что в литературе, в частности в поэзии, есть такая составная, такое направление, как поэзия андеграунда. Угу. Известная. Кстати, в музыке тоже. В музыке, конечно, тоже. Поэзия и музыка – это очень близкие творческие направления. Поэзия андеграунда, она на сегодняшний день среди молодежной культуры, среди вообще слушателей и читателей нашего российского общества, она популярна. Угу. И эта популярность, с моей точки зрения, не случайна. Поэзия андеграунда описывает человека, героя-одиночку, как правило, в состоянии глубокого кризиса. Всегда ли это герой нашего времени или не обязательно? Это могут быть исторические отсылки, и это может быть, например, Тиль Уллиншпигель. Герой не нашей современности, но человек, который переживает по литературному произведению близкие, похожие для нас эмоции и чувства. Это может быть великий Франсуа Вийон, французский поэт, далекий XIV век, фактически ровесник Жанны д'Арк, который тоже страдал, тоже любил, тоже доносил через века и донес, кстати, свою боль, например, в знаменитой балладе «Баллад де Пондю», «Баллада повешенного». Mm-hmm. Франсуа Вийон писал: «Нас всех повесили за то, что жить хотели».
И эта энергетика дошла до сегодняшнего времени. А из сегодняшнего дня кого бы вы назвали вот так навскидку? Представителем поэзии андеграунда? Да. Ну, вы знаете... Таким ярким, видным. Ну, Одного, двух, трех. Я выскажу свое оценочное суждение. Я могу ошибаться, конечно же, как любой человек. Но я считаю, что вот направление под названием «русский рок», музыкальное направление, оно может нам предложить и явить большое количество представителей поэзии андеграунда. Великий, гениальный, не побоюсь этого слова, поэт Виктор Робертович Цой, группа «Кино», писал: «Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак». До какого отчаяния надо довести героя песни Цоя, если он поет, что моя ладонь превратилась в кулак? И более того, просит огня, если есть. Конечно. Ровесник Цоя, ну, по возрасту, и современник по времени, замечательный, к сожалению, забываемый в наше время, Александр Башлачев. «Время русских колокольчиков». Башлачев в своих стихах и песнях писал: «Жрали снег с кашей березовой». Это же абсолютный тупик, если герой песен Башлачева находится в такой ситуации. Таких примеров можно мне привести много. Мне еще почему-то кажется, что вы дальше упомянули бы обязательно Маргариту Пушкину, например. Безусловно, конечно. Но в поэзии Маргариты Пушкиной есть выход. «Встань, страх преодолей, встань в полный рост, встань на земле своей и достань рукой до звезд». Группа «Ария», поэзия Маргариты Пушкиной. В произведениях «Я свободен» у Маргариты Пушкиной тоже есть выход. Под холодный шепот звезд поет замечательный, талантливый Валерий Кипелов: «Мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра», — поет Кипелов стихи Маргариты Пушкиной. И в этом выход героя из кризиса, что он станет свободным из тупика, из безысходности. Ну, тут я бы еще упомянул «Нас бьют, мы летаем», в той же стилистике, собственно, с той же возможностью выхода, преодолевая все негативное, что валится на человека в его окружающей жизни, собственно, выход всегда есть. То есть вот вы привели примеры абсолютно правильные, присутствия, наличия выхода, что очень важно для молодежи сегодня. А как тогда быть, например, с Наутилусом Помпилиусом, который в одной из песен говорит наоборот о безысходности, абсолютно безвыходной: комната с белым потолком, с правом на надежду, комната с видом на огни, с верою в любовь, и все. А дальше уже, так сказать, ни веры, ни выхода нет. Ну, во-первых, группа Наутилус Помпилиус имеет право на свое видение жизни. Это коллектив художников, коллектив чрезвычайно талантливых людей, и если они предлагают такую схему взаимоотношений, это их право. Мы не можем кого-то обязать так или иначе трактовать ситуацию. Я хочу спросить, Николай, вот вы перечислили людей, начиная от 14 века и кончая днем сегодняшним, и я вижу, что для молодежи невозможно отыскать кумира, ну, например, возьмем поэзию, да, среди своих сверстников. Всегда такими кумирами становятся люди гораздо более возрастные, гораздо более пожившие, гораздо более пережившие. И это нормально, вы считаете? Ну, во-первых, у людей, которые имеют жизненный опыт, есть чему поучиться. А во-вторых, здесь происходит, на мой взгляд, преемственность поколений. Если молодость бы могла, если старость бы знала, происходит взаимообмен информацией, навыками и энергетикой. Вот я хочу привести пример одного из современников наших, которые пишут в формате поэзии андеграунд. Да, конечно. Это московский поэт, коренной москвич Тимур Ланский. На меня произвела поэзия Тимура Ланского очень глубокое впечатление, и я хотел бы прочитать одно из его стихотворений. Конечно. Как пример современности в андеграунде. Конечно, я убираю подложечку, пожалуйста. «Московский поэт
Тимур Ланский. О, жадность к жизни, битая собака, ей вместо кости кукиш да пинки, бредет понуро в дебрях полумрака, но злы и горды жадны клыки. И вот моя реликтовая жадность скребется бровью у чужих дверей, ее шпинают за нескрытую нескладность и гонят прочь в свет блеклых фонарей. Она бежит туда хромым ночным изгоем и долго-долго воет от тоски, и хмель луны своим тупым запоем ей затуманит жадные мозги. И после этой лунной пьяной ночи она опять поверит в теплые слова и, получив пинок, скуля, потупив очи, и в грязь луны падет ее голова. Стихи московского поэта Тимура Ланского. Это надо пережить. Поэзия андеграунда. Напомню, Николай Костромитин, член Российского союза писателей, поэт, режиссер, продюсер проекта «Стихи и рок-баллады». К вашим услугам, комментарии и вопросы, и эмоции welcome. Мы договорились с Николаем, что отсюда, начиная и до конца эфира, каждый блок мы будем начинать с его стихотворения. Пожалуйста, Николай, убираю подложечку. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. «Я помню Богородицу в снегах. Она спасалась от звериной стаи, а волки, свою жертву настигая, предчувствовали вкус крови на клыках. Она бежала босиком по льду и в плащанице мальчика держала. Ребенок плакал, чувствуя беду, мать падала, ползла и вновь вставала. Ее ступни, разрезанные льдом, багровой влагой оставляли пятна. Холодный ветер, вьюга, бурелом двоих бросали в челюсти обратно. Зверье торжествовало. Шаг один, и разорвем в куски непокоренных. Для нас прекрасный человечий мир есть пища, набивание утробы. Упала Богородица в снега, и перед тем, как смерть схватила горло, собой накрыла мальчика она, чтоб спасся он и спас потом народы. Но волчье в людях не испепелить. За правду, за любовь, за очищение, за все, к чему звал мальчик, чтобы жить, они его живьем зарыли в землю. Мои ступни, разрезанные льдом, багровой влагой оставляют пятна. Я помню Богородицу в снегах. Я не хочу. Я не хочу обратно. Здорово. Спасибо. Спасибо огромное. Продолжаем мы. Это ваше, естественно, стихотворение. Вы это стихотворение, я так понимаю. Это стихотворение мое. Меня зовут Николай Костромитин. Я написал это стихотворение. Это поэтический сборник «Изумрудная мама». И стихотворение посвящено моей маме, Татьяне Николаевне Костромитиной. Я понял. Скажите, пожалуйста, Николай, вот коль скоро мы начали разговор о поэзии с андеграунда, вот сегодня насколько возможно, насколько просто, ну, даже просто не то слово, насколько возможно и насколько сложно молодому андеграундному поэту пробиться, напечататься, не за свой счет, а, так сказать, там, условно, там, получить какой-то грант, получить какую-то помощь, или это абсолютно нереально? Но я выскажу свое оценочное суждение, свои мысли по этому поводу. На сегодняшний день опубликовать свои стихи, в общем-то, очень трудно. По той причине, что молодых и не очень молодых поэтов и писателей, литераторов
в общем-то, никто не ждет. Вы имеете в виду издательство? Не, ну, во-первых, издательства не ждут. Во-вторых, вообще никто не ждет. Как пел великий русский бард, актер кино, театра, поэт Владимир Семенович Высоцкий, извините меня за приведенную поэтическую фразу, там все места блатные расхватали. Поэтому напечатать свои стихи, напечатать прозу или же принять участие в альманахе поэтическом молодому и не очень молодому поэту, писателю, литератору очень и очень трудно. Но это не единственная проблема, которая существует сегодня среди людей, которые пытаются заниматься литературой. А какая же следующая? А есть еще такая проблема, что очень трудно стало достучаться до зрителя и слушателя, поэту, музыканту и чтецу. Я могу привести проект «Стихи и рок-баллады» как пример. Угу. Проект «Стихи и рок-баллады» создан не вчера. Его создала общественный деятель, православный просветитель Татьяна Николаевна Костромитина. Она создала этот проект для того, чтобы молодые поэты, музыканты, чтецы могли прийти и исполнить свои произведения. То есть в рамках этого проекта? В рамках проекта «Стихи и рок-баллады». Для этого был создан проект, и для этого он сейчас мучительно, но работает. Мы приглашаем на наши концерты проекта «Стихи и рок-баллады» молодых чтецов, если они читают стихи других авторов, молодых поэтов, которые пишут свои стихи, молодых музыкантов, и говорим им: дверь открыта, приходите к нам, выступайте. Как часто это происходит? Происходит это, к сожалению, не часто, по той причине, что не только наш проект не пускают на порог культурные центры крупных городов. Ну, культурные центры есть, но нас там опять же не ждут. Но это же жутко несправедливо. Я согласен с вами, уважаемый Андрей, но в этом и есть вторая проблема. Первая проблема – трудно опубликоваться и напечататься, достучаться до читателя. Второе безумно тяжело достучаться до слушателя, потому что происходит парадоксальная ситуация. Государство на сегодняшний день активно помогает культуре. Государство выделяет деньги на то, чтобы в культурных центрах крупных городов были замечательный ремонт, пульт, микрофоны, концертный свет. Все это есть. Но кто этим руководит? Как правило, этим руководят люди, женщины, к сожалению, в глубоком пенсионном возрасте. И с них не спрашивают. Я добавлю, наверное, достаточно консервативным взглядом на все то, что им приносят, так сказать, поэты и музыканты. Но главное, этих замечательных директоров и руководителей культурных центров никто не спрашивает, а какое качество мероприятия, которое вы провели. Угу. Ставится просто галочка, мероприятие проведено. Ага. И мы опять не имеем возможности выступить. Николай, скажите, вот в такой ситуации, достаточно безысходной, если вдруг молодой поэт, музыкант-поэт, поэт-музыкант, в любой последовательности можно, все-таки очень хочет, алчит донести свой месседж, можно сказать, культурный, поэтический, до широкой аудитории, единственный выход, поправьте меня, если это не так, это каким-то образом заработать, скопить денег и издаться за свой счет там тиражом первый раз там, в 3-4 тысячи экземпляров сборник стихов, к примеру. Но я это единственный выход? Я выскажу свой опыт и свои мысли по этому поводу. Но первое и главное, раз мы начали с темы публикаций, с темы печатного слова, я хочу рассказать об очень положительном, позитивном примере, с которым я лично столкнулся. В Москве существует замечательная организация «Российский союз писателей». Да. Которую возглавляет президент Российского союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук. Эта организация ежедневно помогает молодым поэтам, сценаристам и прозаикам опубликовать свои произведения.
И спасибо Российскому Союзу писателей за их работу. Прошу прощения, я уточню. Тут слово «помогает» было произнесено вам без, абсолютно без иронии, без кавычек. То есть абсолютно реально без помогает. Кавычек. Я занимаюсь поэзией больше 45 лет. Я смог опубликоваться только благодаря встрече с Российским Союзом писателей. Только благодаря помощи Российского Союза писателей. Меня никто не публиковал, и мои стихи не печатали. То есть это нельзя назвать рассадником бюрократии, который ничего не делает, а только потребляет госдотацию. Ну, во-первых, я не знаю по поводу дотаций. Это вопрос не ко мне, я не могу это комментировать. Я на собственном опыте могу выразить благодарность Российскому Союзу писателей и лично Дмитрию Владимировичу Кравчуку, организации, которая помогает молодым поэтам, прозаикам, литераторам опубликовать свои произведения и донести их до читателя или отдельной книгой, или в альманахе. В сборнике. Ну, наверное, поначалу в альманахе все-таки выходят, да, молодые поэты, а потом уже как бы личный сборник. Ну, это каждая ситуация, она по-разному складывается. Но, как правило, это так. Поэтому выход для тех, кто хочет быть услышанным, есть. Это обратиться в Российский Союз писателей. Я понял. И вам там действительно квалифицированно и очень доброжелательно помогут. Я понял. Друзья, ваши комментарии уже начали поступать. Напомню, можно писать и в паблике «Свое радио» ВКонтакте, можно писать на сайте своерадио.фм, можно писать на смс-портал 4647, свои пробел, далее текст вашего сообщения, и на вайбер и ватсап плюс 7-925-526-2737. Через 3 минутки вернемся. Продолжают музыкальную составляющую нашего общения с моим замечательным гостем Николаем Костромитиным, в студии, член Российского Союза писателей, поэт, режиссер, продюсер проекта «Стихии и рок-баллады». Мы договорились, что каждый блок или мини-блок нашего общения мы будем начинать со стихотворения, и, собственно, не вижу смысла отклоняться от этой договоренности. Убираю подложечку. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Сны на горе Афон, кому-то малиновый звон. Сны на горе Афон, кому-то предсмертный стон. Сны на горе Афон, мне Богородице плач. Колокол звон, защита от неудач. Дождь и слякоть, ветер, снег, люди не уходят. 26 часов стоят, о терпенье молят. 26 часов подряд просят, чтоб свершилось, прикоснуться к поясу, к чуду, дай Бог, силы. Пояс Богородицы, руку приложи. Пояс Богородицы, от смерти удержи. Пояс Богородицы, верую в тебя. Пояс Богородицы, святыня моя. Сны на горе Афон, кому-то малиновый звон. Сны на горе Афон, мне богородичный плач. Колокол звон, ты помолись и не плачь. Здорово. Николай, тут начинают поступать вопросы, я зачитаю первый. К сожалению, не подписался слушатель или слушательница, но по сути вопроса, я думаю, что все-таки это девушка. Значит, она пишет так. Судя по прочитанному, вы тяготеете к классическому стихосложению. А как вы относитесь к столь модному и популярному сегодня верлибру? Ну, во-первых, я скромный журналист и скромный русский поэт. Для того, чтобы высказывать какие-то умозаключения, я могу высказать только свою точку зрения. Безусловно, она это и интересует, собственно. Это мое оценочное суждение. Я очень положительно отношусь к этой форме творчества.
Но я бы хотел продолжить наш с вами прежде начатый разговор по поводу трудностей для поэтов, чтецов и музыкантов. Если вы хотите опубликоваться, я рекомендую издательство «Российский союз писателей» под руководством Дмитрия Владимировича Кравчука. Это о котором мы говорили в том блоке, да? Да. Если вы, дорогие творческие люди, молодые, не очень молодые, хотите достучаться до зрителя со сцены, то я могу предложить вам скромный проект «Стихи и рок-баллады». Вы просто приходите на наш проект и читаете свои стихи, исполняете свои песни, исполняете кавер-версии в так называемом электричестве или же в акустике. То есть и электричество вы допускаете? Абсолютно. У нас были концерты на улице Арбат, 35 в Москве, в Центральном доме актеры, и там работали музыкальные коллективы в электричестве. Поэтому проект «Стихи и рок-баллады» – это реальная площадка, где молодые творческие люди могут заявить о себе и донести свое творчество до зрителя и до слушателя. Мы на следующей музыкальной паузе поставим ссылочку, да, на, есть же наверняка страничка ВКонтакте у проекта или в Фейсбуке. Ну, лучше всего зайти на мою страницу в социальной сети. Хорошо. ВКонтакт, Николай Костромитин, аватарка, икона Святой Татьяны. Еще один вопрос поступил от нашего слушателя постоянного. Сергей Аркадьев спрашивает: Николай, какая, на ваш взгляд, самая лучшая рок-баллада нашего времени, современности? Или, я добавляю к его вопросу, или несколько, если вы можете назвать. Опять же, ваше личное мнение, ваша личная позиция. Ну, я выскажу свое оценочное суждение. Мне чрезвычайно до сих пор нравится, с моей точки зрения, рок-баллада, который уже много-много лет. Это стихия, к сожалению, ушедшего от нас Ильи Кормильцева, произведение группы «Наутилус Помпилиус» «Я хочу быть с тобой». Я считаю, что «Я хочу быть с тобой» – это квинтэссенция мужской любви к женщине. И любви несостоявшейся, любви трагичной, любви разрушенной какими-то обстоятельствами. «Твое имя давно стало другим. Глаза навсегда потеряли свой цвет. Пьяный врач сказал, что тебя больше нет. Пожарник мне выдал справку, что дом твой сгорел. Но я хочу быть с тобой». Великое произведение группы Nautilus Pompilius. Согласен с вами. И еще бы я указал бы, если можно, уважаемый Андрей, рок-балладу, которая чрезвычайно мне интересна, приятна. Это стихи замечательной поэтессы Маргариты Пушкиной, группы Кипелов «Я свободен». Согласен с вами, особенно со второй, первую тоже, конечно, безусловно, прекрасно. Мы должны пойти на вторую музыкальную паузу, после нее продолжим со стихами и не только. Реклама, эфир. Есть у нас еще несколько минуток, чтобы потерзать вопросами нашего гостя Николая Костромитина. Но не будем изменять традиции. Начнем этот мини-блок с стихотворного произведения. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Нас забудут на девятый день. Мальчиков с красавицей ордынки. Ирочки, Маринки, Нинки, Зинки все забудут на девятый день. Нас забудут на девятый день, потому что выгодно не помнить. Потому что с гулом колоколен отлетает к Богу, словно тень, русский дух, похожий на сирень. Всех забудут на девятый день. Нас забудут на девятый день девочки из глянцевых журналов. Развращенных девушек немало, хищно ищут каждый божий день
богатея глупого, как пень, кровь абортов льется каждый день. Брошенные дети каждый день в крик, в надрыв, рыдают без кормежки, рты разбитые, руки, души, ножки, их забыли, словно мрачный день на девятый поминальный день. На девятый поминальный день старики в заброшенных квартирах, без лекарств, без помощи, без силы, ждут с косой старуху, верь, не верь, и не ждут поддержки от детей. На девятый поминальный день нас забудут на девятый день. Да, такой человеческий и людской апокалипсис я услышал в этом стихотворении. Поэзия андеграунда. Обязательно ли андеграунд предусматривает такое пессимистичное восприятие своего окружения, своей ситуации нынешней, своего будущего, возможно? Или это не императив? Или это просто неотделимая часть андеграундной поэзии, вот такие настроения, я бы сказал, не то что упаднические, а апокалиптические, такие пессимистические? Я приведу слова великой Анны Ахматовой. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда? У каждого поэта, который пишет, очень личное и субъективное обозначение выхода из сложной ситуации. Угу. В данных стихах ситуация сложная. Но герой андеграунда – это всегда герой, который находится в конфликте со своими друзьями, со своими родителями, со своей семьей, со своей любимой девушкой, с коллегами по работе. Он всегда в конфликте. То есть он несчастный герой? Он может быть счастливый герой по той причине, что он не такой, как все. Он своего рода белая ворона. Но конфликт этого не умаляет. Это не умаляет. Конфликт конфликтом, а личность человека личностью. Угу. Герой хочет достучаться до мира, сказать миру: вот я такой, я не такой, как вы, я не такой, как все. Примите меня. Ведь мы все хотим быть приняты. Каждый мужчина хочет, чтобы женщина, которая рядом с ним, приняла его таким, какой он есть. И в этом очень часто бывает конфликт в паре между мужчиной, кстати, и женщиной, и наоборот, в семье. И наоборот, и наоборот тоже женщина хочет, чтобы ее принял мужчина со всеми ее сложностями и трудностями. Друзья, никуда не уходите. Сейчас мы закончим час, перейдем в другой и продолжим интереснейшее общение с Николаем Костромитиным. Продолжаем наш разговор, интересный разговор, сразу вам скажу. В гостях у меня Николай Костромитин, член Российского союза писателей, поэт, режиссер, продюсер проекта «Стихи и рок-баллады». Начинаем этот блок традиционно уже со стихотворения. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Она была Снегурочкой, и звали ее Мурочкой. Талантливой актрисою была. С системой Станиславского и с песенками Баскова. После спектаклей шила и ткала. Носила почту утречком, дудела детям в дудочку, ночами мыла лесенки в метро. А новогодним вечером в костюме, в снегу, свечкою работала Снегуркой всем назло. Создать семью хотелось ей. Родить ребенка грезилось, спокойно, дружно в доме с мужем жить, но трезвый муж не встретился, богатый не приметился и не помог хороший врач родить. Сидеет наша Мурочка, состарилась Снегурочка. Работы в театре нет давным-давно, одежда вся разорвана, надежда вся изорванная. Снегурить не зовут, всем не смешно. И в ночь
на 31-е, не выдержали нервы ей, одела свой снегурочный наряд, и страшно, как Цветаева в Москве, а не в Елабуге, решила завершить жизни парад. Веревочка размотана, на ржавый крюк намотана, петелечка намылена чуть-чуть, ногами стульчик выбитый и хриплый стон могиленный. Закончил полунищенскую жуть. А елка вся с гирляндами, весь ресторан с кальянами, столы от водки ломятся трещать. И новые снегурочки в бриллиантах, в мехах, с шуточкой охотятся на денежных ребят. Ну, помимо того, что само стихотворение классное, вы изумительно читаете. Большое спасибо, уважаемый Андрей. От всей души. Вот вы пока читали, наша студийная сова повернулась к вам, а это значит, стихи хорошие. Она спасибо. Всегда поворачивается на хорошую музыку и на хорошие стихи. Большое спасибо. Прибавляю я свою подложечку. Смотрите, я так понимаю, что вам не терпится поделиться с нашими слушателями на тему о том, когда и где можно услышать хорошую поэзию, в том числе и андеграундную, чтобы это звучало, естественно, вашим голосом, а не моим. Пожалуйста, зовите всех, куда только возможно. Дорогие друзья, пользуясь возможностью выступить на одной из самых лучших радиостанций России под названием «Свое радио», я хочу пригласить вас на очередные концерты проекта «Стихи и рок-баллады». 16 марта 2018 год, пятница, кафе «Сюси-Пуси», метро Новокузнецкая, улица Садовническая, 42, строение 1. Начало в 19 часов. Я приду. Будем рады. Я думаю, что многие из наших слушателей, любящих поэзию, я вам не сказал, не знаю по какой причине, что у нас каждый месяц практически проходит поэтический эфир. Ко мне приходит одна поэтесса и поэтическая критикесса, Женя Коробкова такая есть, вот, и приводит с собой поэтов. И разных. И хороших, и не очень хороших. У нас любят всех. И народ очень честно как бы реагирует. Вот. И поэтому, так сказать, как бы ваше появление — это такая свежая струя в эту рубрику, безусловно. Значит, 16 марта, кафе «Сюси-Пуси», Новокузнецкая. Метро Новокузнецкая, ага. Улица Садовническая, дом 42, строение 1, 19:00. Там будет и музыка, и... Там будет и музыка, и поэзия. Угу. Следующий день, когда мы проводим концерт, 19 марта, понедельник, метро «Охотный ряд», Столешников переулок, дом 11, Гоголь-кафе. Гоголь-то, ага. Гоголь-кафе, не перепутайте. И 26 марта, понедельник, метро «Охотный ряд», Гоголь-кафе, концерт под названием «Славянский рок». Слушайте, у вас, во-первых, такое центровое местоположение. Я думаю, что многим в центр будет приятно приехать на ваше мероприятие. Это не то, чтобы оно было где-нибудь в Новопеределкино, или там в Королеве, или где-нибудь на Жулебино. Уважаемый Андрей, можно добавлю? Да, конечно. Для меня, как для режиссера и продюсера, очень важно, чтобы концерты проходили в историческом центре Москвы, по той причине, что я родом из московских коммуналок. Я с Новокузнецкой, из Черниговского переулка, между Пятницкой и Ордынкой. И если мы вспомним произведение Владимира Семеновича Высоцкого «Баллада о детстве», то я так же, как он, как тысячи москвичей, переживал ситуацию. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.
Хорошо, уважаемые слушатели, запомнили 16 марта, 19 марта, 26 марта. Все подробности можете найти, я так понимаю, на странице Николая Костромитина в ВКонтакте. Так что заходите, ищите, выбирайте себе дату и приходите. Несколько вопросов, которые я не могу не задать, Николай. Конечно. Один из них касается той темы, с которой мы, собственно, начали. Вот может ли сегодня творец, в данном случае писатель или поэт, коль скоро мы говорим больше о поэзии, поэт, быть далек и чужд от тем злободневных на сегодняшний день, будь то социалка, будь то какая-то политика, псевдополитика, будь то экономика и так далее. То есть, вот если вспомнить фразу «поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан», да, и немножко ее перевернуть, обязательно ли в поэзии сегодняшнего поэта, будь то он умудрен уже определенным жизненным опытом, как вы, как я в какой-то степени, или даже еще более молод, обязательно ли в его творчестве должна сквозить хотя бы иногда социальная составляющая, социальная идея? Я считаю, что если в творчестве поэта, писателя, литератора, музыканта есть определенное отражение сегодняшнего дня, то это есть хорошо и полезно и для читателя, и для слушателя, и для самого автора. Но тут я прав, что мы должны провести какой-то водораздел между, как вы сейчас упомянули, так сказать, как вы сказали еще раз, чтобы я не переврал вас, что должно быть в творчестве, и что, вернее, хорошо, если есть в творчестве социальное... Хорошо, если есть определенное социальное отражение сегодняшнего да, дня. Но это не совсем то же самое, что гражданская позиция поэта, например. Или... Поэт отражает свою позицию в своих стихах. Вот я, как человек, который занимается литературой много лет, я имею свою гражданскую человеческую позицию, и она отражается в стихах. Разрешите, я озвучу? Да, как конечно, пример. Конечно. Раз мы заговорили о гражданской позиции поэта, писателя, литератора, я хотел бы в продолжение этой темы, которую начал уважаемый Андрей Голубов, ведущий сегодняшнего эфира, прочитать стихи 2008 года. Стихи, написанные во время вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Республикой Грузии. У нас был в истории такой печальный факт, когда было вооруженное противостояние. Стихотворение называется «Только бы успеть». Автор Николай Костромитин. Залегли и быстро окопались. Цхенвал город. Горы и туман. Ждем врага. Патроны посчитали. Каска скрыла свежий рваный шрам. Перед боем вынул из кармана карандаш и несколько листов. Написал письмо любимой маме и еще стихи без лишних слов. Мой герой – премьер Владимир Путин. Когда трудно, на него хочу быть похожим, каждую минуту прижимая автомат к плечу. Для меня Владимир Путин – слово, слово правды, трудной и святой. По-мужски, по-честному, сурово и без лжи, красивый, но пустой. Для меня Владимир Путин – дело, дело укрепления страны. Лично он талантливо, умело спас от краха наши рубежи. Для меня Владимир Путин – совесть всей российской праведной земли. Для меня Владимир Путин – гордость за мужчин, героев той войны. Если сын когда-нибудь родится, назову Владимир в вашу честь. Начат бой, дописана страница. Мы Россию защищаем здесь. Ну вот вы в стихах гораздо лучше, чем в прозе ответили на этот вопрос, собственно, о гражданской позиции. А и еще одну тему, которую я не могу не затронуть, Николай, и я думаю, что вы над ней тоже задумываетесь. Вот смотрите, многие музыканты, которые являются авторами и своих текстов, и своей музыки, говорят в разговоре именно про творчество, что творец, будь то поэт, будь то композитор, будь то поэт смешанный с композитором в разных пропорциях или наоборот, что творец ничего толкового и достойного не может создать, находясь в зоне комфорта. То есть для этого, для того, чтобы создать что-то реально стоящее, какое-то произведение родить, будь то стихотворение, будь то текст рок-баллады, будь то музыка, он должен либо
естественными причинами быть выкинут из зоны комфорта в зону дискомфорта, либо сам себя, как барон Мюнхгаузен, за волосы вытащить из этой зоны комфорта и поместить себя в зону дискомфорта, и только тогда получится здорово. Согласны ли вы с такой точки зрения или не всегда? Ну, я разделяю эту точку зрения, но опять же могу сослаться только на свой личный опыт. Он-то и интересен. Вот, например, великий театральный режиссер Евгений Багратионович Вахтангов в далекие 20-е годы прошлого 20 века, во время гражданской войны, разрухи, голода, говорил фразу: «Искусство кормить не должно». Это он сказал, когда ему вручили награду молодой Советской Республики. Это история про то, что поэзии или прозой нельзя жить за редчайшими исключениями. То есть нельзя выжить, я имею в виду. За редчайшими исключениями, типа, там, не знаю, Акунина, Устинова и же с ними. Уважаемый Андрей, мы знаем исторические факты, когда великий гений русской земли Александр Сергеевич Пушкин жил литературным трудом. Как пишут историки, одна строчка в стихах Александра Сергеевича Пушкина, так пишут историки, стоила 10 царских рублей. Корова в то время с рогами и с хвостом, животное, которое приносило молоко, стоило 5 рублей. 5 рублей. Угу. А Пушкин оценивал свои стихи, одну строчку, в 10 царских золотых рублей. Михаил Афанасьевич Булгаков, великий Булгаков, создавший «Мастер и Маргарита», моя любимая книга, кстати, писал литературные произведения, и он жил литературой. Все это очень индивидуально бывает. Здесь есть одно главное и одно краеугольное обстоятельство. Творческий человек должен быть честным перед самим собой. В поэзии, в пьесе Павла Антокольского «Франсуа Вийон» есть поэтическая фраза: «Остался ли ты честным до конца?» Угу. Вот своя совесть судит художника. Она сама говорит: «Ты остался честным до конца в своих песнях, в своих стихах, в своей прозе? Или ты хитрил?» Николай, можно ли говорить, вот, базируясь на этом вашем последнем дискурсе, что настоящий поэт или музыкант зачастую для того, чтобы иметь возможность творить и доносить до своей потенциальной аудитории свои творения, может работать, не знаю, там, в этом, как он называет, в котельне, как работал Цой, в конце концов, сторожем, дворником, грузчиком, не знаю. И это совершенно ему не зазорно, потому что это в обстановке, когда он стихами прожить не может, стихами прокормить семью не может, дает ему возможность, так сказать, продолжать творить и радовать своих поклонников творчеством. Ведь так? Татьяна Николаевна Костромитина говорит: стыдно воровать, а работать не стыдно. Вот. Если человек творческий, писатель, литератор, поэт, музыкант, может заработать себе на жизнь и на жизнь своей семьи, своих родственников не литературным трудом, в добрый час. Он закончит свою работу, он останется один на один с белым чистым листом бумаги, и, вероятно, он создаст прекрасное произведение. Я могу привести исторический пример. Марина Владимировна Полякова, Марина Влади, дочь белогвардейского офицера, которая была официальной женой Владимира Семеновича Высоцкого. В своей книге «Владимир или прерванный полет» описывает ситуацию. Высоцкий приходит после спектакля в театре на Таганке, «Гамлет» или «Галилео Галилей», где он главный действующий персонал, и начинает ночью писать стихи. Высоцкий служил в театре, снимался в кино, а потом он оставался один на один с Богом. Поэзия – это диалог с Богом, это форма молитвы. И Высоцкий писал свою великую баньку: «Протопи ты мне баньку, по-белому я от белого свету отвык». Ответ на ваш вопрос, уважаемый Андрей. Согласен. Идем на крайнюю музыкальную рекламную паузу, а потом еще немножко помучим гостя.
ваше настание на своем радио. Мы идем дальше. Николай Костромитин, член Российского союза писателей, поэт, режиссер, продюсер проекта «Стихи и рок-баллады». С нами еще минут как минимум 10. А, Николай, вот что я тоже не мог бы не спросить, независимо от времени. А может ли сегодня, имеет ли шанс сегодня молодой андеграундный поэт пробиться, пересечь, не то что пробиться, не самое хорошее слово, пересечь черту, которая отделяет андеграунд от, скажем так, граунда или оверграунда? Ну, то есть, имеет ли он шанс перейти из андеграунда в число поэтов, которые не считают себя таковыми и считают себя более продвинутыми, более несколько поднятыми по этой абсолютно условной иерархической лестнице? Я считаю, что может. И пример я могу привести, к сожалению, ныне покойный, замечательный поэт Илья Кормильцев, который начинал издалека, но впоследствии стал общепринятым. Людьми, люди приняли его, ну, и общепризнанно. И посмотрите, как его помнят. У нас, например, в Москве каждый год проходит фестиваль «Иллюминатор» памяти Ильи Кормильцева, и масса мероприятий на его счет. Он на слуху, он, так сказать, в голове, и я не побоюсь этого слова, в сердцах многих, в том числе и музыкантов, и творцов текстов, и, собственно, его имя абсолютно родное для многих. И близко. В продолжение этого разговора я хочу привести пример, который был в моей биографии. Дело в том, что я работал и стоял на одной сцене с великим русским поэтом и музыкантом, к сожалению, погибшим, Игорем Владимировичем Тальковым. Игорь Тальков когда-то был вообще неизвестным музыкантом. И невостребованным. Он записывал свои прекрасные песни в гримерке под гитару на мой кассетный магнитофон. А, вот так вот. Он не имел доступа к широкой публике, у него был такой период. А потом Игорь Тальков с песней «Россия» выступал на стадионах. «Тебя связали кумачом и опустили на колени», писал Игорь Тальков. Разрешите, я прочитаю еще стихотворение? Да, конечно. Из книги стихов «Изумрудная мама». Моему прадедушке, офицеру царской армии, Антону Аксенову посвящается. Царь отрекся. Свершилось ужасное. Трон валяется просто в грязи. Юнкера, все безусые мальчики, на винтовке примкнули штыки в бой. В атаку за Русь, за Романовых и за нового спаса царя. Теплой кровью умылось отечество в год 17-й, в пекле горя. Пытки, петли и сотни расстрелянных. Разухабистый красный террор, царь с семьей. Все в подвале расстреляны. Уничтожить такой приговор. Юнкера, молодые, веселые, защищали кресты, купола. Всех убили. В железо закованы белогвардейцев. Слова и дела. Юнкера из могил не поднимутся. Разгромили ледовый поход. Царской армии флаги и вымпелы на портянке разрезал народ. Повезет тем, кто в жизни останется. Бывший юнкер, в Париже таксист, врач, священник, полковник. Все маются от Балкан до Харбинских станиц. Что останется людям в наследие? Крест Георгия, старый альбом, черно-белое фото, где вся семья улыбается вместе с царем. Это надо слушать. Люди.
были уже практически на финишной прямой нашего разговора с Николаем Костромитиным, членом Российского Союза писателей, поэтом, режиссером, продюсером проекта «Стихи и рок-баллады». Николай, что бы вы вот с высоты своего жизненного опыта, творческого опыта, пожелали бы молодым сегодня поэтам, но перед тем, как ответить на этот вопрос, по традиции, естественно, мы слушаем от вас стихотворение. Из книги стихов «Изумрудная мама». У меня на глазах стальные колодки. Их народ называет очки. Но зрачки в очках выжжены водкой, чтоб не виден был ужас афганской войны. Мы годами молчали и тихо шептали: есть война, а убитых в ней нет. Но гробы до Москвы долетали в землю, пряча бойцов в 20 лет. Матерей, что не выдержав смерти, смерти милых мальчишек своих, сумасшествие, страх сжимал в клеще, помешательство ад брал живых. У меня на глазах стальные колодки, их народ называет очки. Я зрачки в очках выжгу сам водкой, чтоб не видеть кошмара афганской войны. Здорово, просто здорово. Николай, возвращаясь к моему вопросу, уже финальная часть нашего разговора, чтобы вы, есть ли у вас что пожелать молодым и андеграундным, и не андеграундным поэтам, пишущим стихи, рок-баллады, с высоты своего жизненного и творческого опыта? Вы сказали, что вы более 40 лет в поэзии. Это с большой буквы надо писать, между прочим. Я выскажу свое оценочное суждение. Если вы чувствуете в себе необходимость писать, если вы хотите поделиться своей болью или своей радостью, пишите, сочиняйте песни. Если вам нравится создавать кавер-версии, делайте это. Используйте время для своей творческой самореализации. Не теряйте время. Время – невозобновимый ресурс. И пишите, играйте, сочиняйте, делитесь своим творчеством. Это ваше право. Вы его заслужили. Вы заслужили быть услышанными. Если кто не смог послушать этот эфир, я очень рекомендую послушать его запись, которая появится у нас и в группе ВКонтакте, и на сайте в Фейсбуке сегодня вечером, ночью или завтра утром. А пока, ну, вы знаете, друзья, нашу традицию, всем, кто приходит в дневной эфир первый раз, дает своеобразное последнее слово, и человек волен его использовать так, как ему заблагорассудится. Кроме, естественно, политической и религиозной агитации, которой на нашей станции нет. Я предлагаю вам, Николай, сначала попросить еще, пригласить еще раз наших слушателей, любящих поэзию, на 3 мероприятия, которые вы озвучили, а потом уже пару минут использовать по своему усмотрению. Уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа, 16 марта, пятница, 2018 год, кафе «Сюси-Пюси», метро Новокузнецкая, проект «Стихи и рок-баллады». 19 марта, понедельник, 2018 год. Гоголь-кафе, охотный ряд, метро, Столешников переулок, дом 11, проект «Стихи и рок-баллады». 26 марта, понедельник, Гоголь-кафе, метро, охотный ряд, Столешников переулок, дом 11, проект «Славянский рок». Приходите, если вы любите честную поэзию, честную музыку, проект «Стихи и рок-баллады» приглашает вас. Заинтриговали. Я думаю, что многие придут. Я-то точно на 2 из 3 постараюсь обязательно быть. Ну и, собственно, ваше последнее слово. Я бы хотел передать приветы. Приветы моим друзьям. Я хочу передать привет Краснодарский край, город Сочи, Александру Валентиновичу Потехину, главному врачу бальнеологического курорта Мацеста в городе Сочи. В город Сочи семье Туманян, Арменуи Гургеновне Туманян, ее сыну Артуру Туманяну, Соне Туманян. В город Сочи семье Бородиных и лично Денису Бородину. В город Сочи семье Ивличевых и Анатолию Ивличеву. В город Сочи Родиону Ляцину и москвичу, который работает в городе Сочи, Илье Рукавишникову. В город Санкт-Петербург передаю привет Евгению Ивановичу Глебову. В город Ульяновск передаю привет
Артуру Кантемирову. И в городе Москве передаю привет Вадиму Николаевичу Машкову, московскому поэту Тимуру Ланскому, Виталию Леонидовичу Рустему с улицы Бутлерова, замечательному руководителю школы танцев Crazy Salsa Lovers Олегу Геннадьевичу Логинову, Владиславу Соболеву, Евгении Шевченко, Нике Антону, всем преподавателям школы танцев Crazy Salsa Lovers, Владиславу Успешному и дизайнеру Юрию Рычкову. Широкая география, спасибо огромное. Я думаю, те из них, кто слушал, послушают, те, кто не слушал, потом послушают архив. А я благодарю своего гостя. Напомню, в студии у меня был Николай Костромитин, член Российского союза писателей, поэт, режиссер, продюсер проекта «Стихи и рок-баллады». Разговор, на мой взгляд, получился очень интересным, и, возможно, мы его в обозримом будущем продолжим. Спасибо большое, Николай. Спасибо радиостанции «Свое радио».